Театральное открытие для жителей городов и районов области в рамках первого уральского фестиваля «Сказочный мир», который проводится в Тюменской области по инициативе регионального отделения Союза женщин России, в Упорово приехал Сургутский театр «Петрушка». Спектакль «Жил-был Леша» посмотрели больше 230 школьников из сел и деревень. Постановка по произведению Сергея Седова для тех, кто любит фантазировать и не боится мечтать. Актеры отмечают, что в глубинке самый открытый зритель. В театре я ни разу не была, но актеры очень забавные, смешные, но в целом мне понравилось. В зале были дети, как сказать, такие нетронутые искусством, если это не обидно. То есть они такие, как будто, знаете, вот только-только рожденные. Такой был вот этот обмен какими-то эмоциями, какими-то сказочными вот этими настроениями. Добавлю, в рамках проекта 7 театров кукол Уральского округа показывают свои лучшие постановки в Тюмени, Ишиме, Тобольске и районах области. Завершится фестиваль завтра в Тюменском театре кукол.